своя любовь, на основе этого рождается песня. У тебя были такие случаи? Да, безусловно, конечно, были. Но почему обязательно несчастна? Она может быть и счастлива. Вообще ощущение счастья, ощущение мира этого и радости от того, что ты в нем находишься, и красоты его, любви, которая нам подарена, это не банальные слова. Это ощущение и есть возможность творить. Кто эта песня, какая эта песня и кто это делает? Да все песни о любви, все мои знакомые девушки. Хорошо, ну это что? Собирательные образы, как правило. Есть несколько песен, посвященных конкретным девушкам, но ты понимаешь, из телеэкрана это может прозвучать как признание, а это не так. Благодарность, да, тут есть огромная благодарность ситуации, в которой был еще замешан еще один человек, и возникло вдохновение для того, чтобы что-то написать. Ну, это все так, все, оно ситуативно, понимаешь? Для кого-то эта песня шедевр, а для кого-то это просто песенка в радио. У многих людей была несчастная любовь. Кто-то впадает в депрессию, там разочаровывается в женщинах, там женщины в мужчинах и так далее. Есть ли рецепт, как этого избежать, ну и как вообще вести себя в таких ситуациях? Несчастная любовь – это многомиллиардная индустрия. Четко понимает, музыкальная индустрия. Четко понимая это, может быть, вам удастся не впадать в депрессию по этому поводу. Можно более детально как бы объяснить? Ну, это прекрасно, это понятно, да. И любовь, мне кажется, что стоило бы... Это вообще очень сложная тема для интервью. Мне кажется, что стоило бы ценить ее саму по себе. И только понимая свое одиночество на 100%, потому что люди одиноки, мы сможем ценить человека, которого судьба нам подарила и с которым нам комфортно. Теряя его, надо быть сильными. Это сложно. Мне самому это очень сложно, и я не могу сказать, что у меня получается это. Но это было уже. А вы сейчас, вы здесь есть. Живите сейчас, не тратьте время. И учитесь любить. Просто, наверное, само это чувство, да, сам этот дар. Не только человека, которого мы все любим, вы любите, я люблю, да, конкретного человека, и возникает мысль, что мы можем жить без него. Но не будем меньше любить от того, что поймем, что все мы смертны, что жизнь не несправедлива, что судьба все равно свое расставляет свои акценты в наших жизнях. И надо готовить своих близких и самому быть готовыми, а это чрезвычайно сложно, одно из самых сложных заданий, к тому, что мы можем друг друга потерять. Родители, друзья, близкие, знакомые могут помочь или ты должен сам в себе? Это только персонально, никто тебе в этом не поможет никогда. Сложнее всего так называемым однолюбым, людям, которые действительно глубоки и чисты в понимании, нашем, да, мирском понимании этого слова. Им сложнее всего расставаться. Но замыкаться на человеке не стоит. Не надо. Замкнитесь лучше на внимании к этому человеку.